Всем привет! Друзья, на моем канале есть видео «Мраморные яйца», в котором я показываю способ покраски яиц на Пасху. В последнее время под этим видео вы мне пишете очень много комментариев и даете много разных советов. И я решила сделать новые мраморные яйца. В таком виде мраморные яйца я буду делать впервые вместе с вами. Это, можно сказать, такой эксперимент. Я учла ваши советы, пожелания, и давайте посмотрим, что у меня получилось. В этот раз шелуху я буду использовать от красного лука и от обычного лука. Шелухи я обычно беру на глаз. В прошлый раз шелуху я резала ножницами. Это, конечно, такой вот длительный процесс, но кусочки получаются очень хорошими. В этот раз шелуху я буду измельчать в измельчителе. Главное, шелуху сильно мелко не измельчать. Часть шелухи я измельчила в измельчителе. Измельчителем я не очень довольна, так как внизу шелуха уже мелкая, а сверху такие вот крупные кусочки. Поэтому, как по мне, лучше немножко потратить времени и нарезать шелуху ножницами. Луковая шелуха у меня готова. Вот так она должна у вас выглядеть. Как вы видите, у меня не сильно мелкие кусочки. Теперь берем одно яйцо. Яйца у меня сырые. Яйцо нужно хорошенько обмакнуть в воде. Вода обычная холодная. И теперь яйцо нужно хорошенько обвалять в шелухе. Яйцо в шелухе перекладываю на кусочек марли. У меня прямоугольный. Ну, как у вас получится отрезать. Или квадратный, или прямоугольный. И теперь заворачиваем яйцо в марлю. И теперь хорошенько вот так вот плотно фиксируем. И завязываем ниточкой. Край марли я немножко срезаю. И таким вот образом я оформлю все остальные яйца. Подготовленные яйца я переложила в кастрюльку. Это у меня старая кастрюлька, я в ней уже ничего не готовлю. Я ее использую именно для таких целей, так что строго не судите. К яйцам я добавляю соль, для того, чтобы яйца при варке не треснули. Но если у вас яйцо будет где-то надколото, немножко треснутое, то яйцо однозначно у вас при варке треснет. Так что яйца выбирайте максимально, чтобы они были целыми. Яйца заливаю водой. Нужно, чтобы вода полностью покрыла яйца. Я использую обычную холодную воду. Яйца отправляю на плиту и с момента закипания проварю 5 минут. С момента закипания яйца у меня проварились 5 минут. К яйцам я добавляю йод и с этого момента яйца проварю еще 10 минут. Но многие мне писали в комментариях, что после такой варки, когда вот яйца варятся в общей сложности 15 минут, они получаются невкусными и синим желтком. Поэтому яйца, вот 2 яйца я достану после 5 минут варки. В общей сложности эти яйца у меня проварятся 10 минут. А остальные яйца я проварю так, как положено для этого способа, 15 минут. И потом я сравню, что у нас получится сверху и снаружи. Яйца у меня проварились еще 5 минут. Достаю 2 яйца и я их перекладываю в холодную обычную воду. И эти же яйца я еще дополнительно подержу под холодной проточной водой. Остальные яйца я проварю еще 5 минут. Яйца у меня проварились еще 5 минут. Сливаю с них горячую воду и ставлю их под холодную проточную воду.
Не переживайте, раковина и кастрюля все отлично отмоется содой. Яйца у меня полностью остыли в холодной воде. Теперь с яиц нужно снять марлю и убрать луковую шелуху. Остатки луковой шелухи, которая осталась на яйцах, очень хорошо смываются холодной водой. Яйца я вытерла бумажным полотенцем от лишней влаги. Они у меня полностью сухие. И для того, чтобы яйца имели красивый блестящий вид, сверху яйца нужно смазать любым растительным маслом. Новые мраморные яйца готовы! Вот такие получаются чудесные, красивые яйца. Действительно мраморные. Яйца совершенно не пахнут йодом, они пахнут обычными вареными яйцами. И ни одно яйцо у меня не треснуло. Теперь я хочу сделать свои выводы. После того, как я добавила йод, вот эти яйца я проварила 10 минут, в общей сложности я их варила 15 минут, а вот эти яйца я проварила 5 минут. В общей сложности я их проварила 10 минут, так как положено. Я думаю, что даже невооруженным взглядом видно, что вот эти яйца, которые я варила в общей сложности 15 минут, они получаются более яркими, красивыми. Вот такой получается хороший цвет. Поэтому, если вы хотите, чтобы яйца действительно у вас получились красивыми, в общей сложности варите их 15 минут. Иногда красота требует жертв. Смотрите, какие эти яйца получились. Поближе вам покажу, чтобы сравнить. Ну, здесь даже все видно и все понятно. Сейчас я вам покажу, какие яйца получаются внутри. Многих интересует вопрос, не окрашиваются ли яйца внутри. Яйца, которые я варила в общей сложности 15 минут, они внутри не окрасились, вот такие вот светлые получились. А яйца, которые я варила в общей сложности 10 минут, немножко окрасились. Но я думаю, это не страшно, так как в жизни мы едим еще хуже химию. И теперь многих интересующий вопрос, какие яйца получаются внутри. Сейчас я каждое яйцо разрежу и покажу вам, что у нас получилось внутри. Вот так выглядит желток у яйца, которое я варила 15 минут. Посмотрите, он не страшно синий, как вы писали. Немножко вот он посинел, но желточек получился желтый, пахнет и он очень вкусный. Это вот яйцо, которое я варила 10 минут. Смотрите, какой получается желток. Теперь хочу сделать свой вывод. Если вы будете красить яйца таким способом, делать такие мраморные яйца, то в общей сложности варите их 15 минут. Яйца получаются яркими, красивыми. Желток желтый и съедобный. Мне такие мраморные яйца больше понравились, нежели зеленкой. Поэтому в этом году на Пасху яйца я буду красить таким способом. Спасибо вам всем огромное за ваши советы. Мне было очень приятно читать ваши комментарии. А я надеюсь, вам понравилось это видео и было для вас полезным. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Желаю вам всего самого хорошего. До новых встреч!